вечір. Це тема дня. А тема нашого ефіру – місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів. Цей захід з 1 по 31 жовтня проходить по всій країні. Куди звернутися миколаївцям, щоб без наслідків позбутись нелегальної зброї? Дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя. У нас в студії начальник дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Юрій Ніколаєнко. Юрію Петровичу, добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що завітали до нас в студію. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете поставити за телефоном 76 92 33. Юрію Петровичу, місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів відбувається двічі на рік. Чому обрали саме такий термін? Ну, як правило, це відбувається весною. После зимы, как говорится, население уже проснулось, начинается активная жизнедеятельность. И в этот период проходит такое мероприятие, очень важное на сегодняшний день, как добровольная сдача оружия. Кто-то купил недвижимость, кто-то разбирает дачу, находит оружие, боеприпасы и не знает, что с ними делать. Поэтому в средствах массовой информации, по телевидению, в газетах два раза на год. Это весенний период, как я уже сказал, и осенний, это окончание года. Дается возможность гражданам добровольно выдать найденное ими оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества в органы национальной полиции, тем самым избежать любое наказание. То есть это и уголовная ответственность, они избегают, и административная ответственность. Почему и формулировка этого мероприятия, ключевое слово, добровольная сдача. То есть граждане сдают, за что ничего им, согласно закону, не будет. Ответственности они не несут за это. Мероприятие это, я еще раз подчеркиваю, очень необходимо. В нынешнее время, вы знаете, на Востоке идут военные действия. Кто-то увольняется с рядов украинских сбройных сил, приезжает домой. Ну и, как правило, берут с собой какие-то трофеи. Вот. Потом эти трофеи выливаются в беду. Поэтому, обращаясь ко всем, ну, прежде всего, жителям города Николаева, да и, в принципе, всем гражданам Украины, оружие всегда это опасность. Это всегда зло, это всегда боль. Поэтому играться с этим не надо. Брать непонятные вещи на улице, если вы сомневаетесь в их наименовании, там, что они собой представляют, лучше же, конечно, информировать по круглосуточному телефону 102, дежурный подымет трубку и объяснит вам ваши действия. По крайней мере, оставайтесь на месте, всегда приедет следственно-оперативная группа и примет правильное решение. Ну, а вы, как осведомитель этого всего, выполните свой гражданский долг. Ви маєте на увазі те, що якщо людина йде, рухається по вулиці, і навіть вона побачила щось невідомо, а при більшому ретельному погляді це виявляється якась зброя, вона повинна телефонувати до поліції, так? Так точно. Є случаї, коли граждане знаходили предмети, похожі на взривчаті вещества, ну, до кінця вони не були в цьому уверені. Ну, как правило, такие предметы выглядят в виде каких-то прямоугольных там, или шарообразных форм. Обязательно, наверное, присутствует там такой окрас цвета хаки и какой-то маркировочный номер. Есть случаи, когда из-за неосторожности и незнания эти предметы поднимаются, срабатывает детонатор и получается взрыв. Поэтому при обнаружении таких предметов лучше всего сообщить в национальную полицию по телефону 102. Ну, а если это, например, есть такие случаи, когда при разборке дачного домика, при покупке дачного домика, его модернизации, там, привод в порядок чердака, там, либо полов, находится огнестрельное оружие.
Несподівано. Да, то есть либо нарезное оно, либо гладкоствольное. Ну, как правило, прежние хозяева там оставили. Как правило, оно не зарегистрировано, потому что прятанное, да. Вот. Вот тогда, да, человек может взять данный предмет, он сам не взорвется, потому что это не взрывчатые вещества, это оружие. Естественно, конечно, не нажимать на курок, не приводить его в боевую готовность, не испытывать его. И, конечно же, обратиться либо по телефону, либо собственноручно прийти в любой отдел или отделение поліції, написав заявлення, здати этот предмет. Незважаючи на те, діє місячник добровільної здачі зброї чи не діє, але якщо людина знайшла таку зброю, вона повинна повідомити про це поліцію. Так, да, сам факт буде повідомлення добровольний. Тобто, якщо в ході обыска, звісно ж, знайдуть оружие, це вже буде кримінальна відповідальність. Це буде інша справа. Да. Если человек даже в не период прохождения месячника, человек, гражданин, сдаст оружие по заявлению о добровольной сдаче, он также сам освобождается от ответственности. Я же еще раз повторяю ключевое слово «добровольное». Як повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області, захід, як ви і підкреслили, добровільної здачі зброї та боєприпасів, спрямований на те, щоб вилучити у населення нелегальну зброю, боєприпаси, вибухівку та інші спеціальні речі, зберігання яких незаконне. І зараз ми можемо побачити інфографіку, ось ми бачимо, ви бачите глядачі на ваших екранах. За повідомленням офіційного сайту Головного управління Національної поліції, Миколаївської області, станом на 8 жовтня жителями міста Миколаєва та Миколаївської області до відділів та відділень поліції було здано 800 одиниць різноманітної зброї. За цей же період, 7-8 днів у квітні, 67 одиниць. І Юрію Петровичу, будь ласка, яка класифікація з даної зброї у жовтні за ці дні? Будь ласка. Значит, по категориям сданное оружие, из этих 80 единиц, которые сдали граждане, одна армейского образца, то есть это боевое оружие, винтовка Мосина, которая использовалась в Великую Отечественную войну, и после, как говорится, войны она использовалась в советской армии. Это боевое оружие, калибр у него 7,62 мм, три нарезных охотничьих карабина было сдано, и остальные это были гладкоствольные ружья. 72 одиниці мисливської гладкоствольної зброї, так? Да, совершенно верно. А у квітні за цей же період 61 одиниця. Да, получается, что в октябре месяце, может быть, сознание людей проснулась, а может быть, все-таки наша с вами работа дала какие-то результаты, но активизировалась месячник добровольной сдачи, активизировался, люди уже понимают, что никакой ответственности у них за это не будет, и поэтому немножко активнее стали здавати оружие. Також у жовтні здано 27 одиниць газової зброї, а у квітні 39. Тобто в жовтні менше газової зброї здали за ці жовтневі дні, ніж в квітні. Ну, я думаю, що це можна об'яснити тим, що як категорія газового оружия, воно вже виходить у нас, виходить, неактуальне. Чому? Тому що появились новые виды оружия, такое как травматическое, нарезное, гладкоствольное. Газовое оружие – это самая низшая категория из всего оружия, которое можно иметь гражданам, которое подлежит регистрации. Поэтому уже как бы в современном таком нашем времени оно уже просто исчерпало себя, поэтому их у населения остается очень мало единиц. Этим і зв'язане кількість з даного оружия. Втім, і на газову зброю теж повинна бути дозвіл. Обязательно. Газове оружие регистрируется. Просто единственное, что требования к нему немножко меньше в планах документов собирать. Оно и возрастной ценз начинается с 18-летнего возраста. Любой гражданин Украины может уже зарегистрировать газовый пистолет там, или револьвер. А вот уже огнестрельное оружие, оно регистрируется с 21 года
травматическое тоже с 21, ну а нарезное с 25. Вот. И по газовому оружию там немножко меньше надо документов. Також 430 штук різноманітних боєприпасів проти 635 у звітній період квітня. І, будь ласка, Юрій Петрович, що значить різниця у кількості зданої зброї та боєприпасів за півроку? Ця різниця, вона якось надає які результати? Що ми бачимо в цієї різниці? Ну, разница, конечно же, присутствует, потому что вообще такое мероприятие, как добровольная сдача оружия, нельзя, как, знаете, на катализаторах предугадывают счет в футбольных матчах. Тут мы не сможем предугадать исход таких мероприятий, как добровольная сдача оружия. Но единственное, что меня в этом как бы... радует, это то, что люди проникаются вот этим мероприятием, которое проводит национальная полиция, раньше милиция проводила. Эти мероприятия очень давно происходят у нас в стране, каждые два раза на год. Тенденция идет к тому, что люди знают при обнаружении предметов, похожие на взрывчатые вещества, либо самого оружия, они просто знают, как необходимо поступить. Повертаючись до питання газової зброї, вона нелегальна чи ці пістолети знаходять? Як правило, це пістолети і револьвери, які відносяться до категорії газового оружия, вони, як правило, зареєстровані. Нет смысла сейчас ввозить в страну газові пістолети і револьвери, которые потом придется зарегистрировать. Нет смысла в том, что уже, я же говорю, в связи с нашим современным временем, они уже утратили смысл. Как правило, эти газовое оружие остается после смерти владельцев. Просто члены семьи оставляют их как память. Но это неправильно. Их надо легализовать и зарегистрировать либо на себя, либо сдать в комиссионный отдел магазина оружейного, там, где оно будет реализовано тем людям, которые будут иметь разрешение на право приобретения данного категории оружия. Тобто, якщо володар цього, наприклад, газового пістолета, він помер, то його близькі, вони повинні перереєструвати цю зброю на себе або її здати, так? Да, в будь-якому випадку, по закону, по приказу, який регламентує діяльність розрушительної системи номер 622, кстати, был подписан это постановление 12 октября 1992 года. Ну, со временем, конечно, вносятся изменения в его состав, как говорится. Там четко написано, в 10-дневный срок члены семьи обязаны сдать оружие в органы внутренних дел, сейчас это органы национальной полиции, с заявлением, что они хотят сделать с этим оружием. Как вы говорите, на себя зарегистрировать, направить на комиссионную продажу. Все-таки это какое-то майно, которое принадлежало их семье, и они как бы вправе распоряжаться. Но опять же таки законно. Либо на себя зарегистрировать, либо направить комиссионную продажу. Либо если есть у них конкретный покупатель, все равно оружие сдается в виде полиции, там где оформляется документ. Обовязково повідомити поліцію. Обовязково. А мисливські рушниці, їх здають ті, кому вони більше не потрібні? Тут є різні категорії граждан. Як правило, охотниками, ви знаєте, це мужський пол. Вот. Були случаи, коли і жінки оформляли на себе знайдене оружие. Ну, як правило, чоловік, який здає оружие, це оружие необхідно провести експертизу. На предмет чого? На предмет того, технически ли исправно оно, и на предмет того, можно ли его использовать как данную категорию оружия. То есть не проржавевшие ли стволы, в порядке ли механизм. Если там все нормально, и человек хочет его зарегистрировать на себя, в установленном законе и порядке, пожалуйста. Процент вам не скажу. Где-то может быть 50 на 50 из данного оружия уничтожается, если оно негодное, ну и где-то процентов 50 оно оформляется.
Где-то такое соотношение. Якщо у громадян є незареєстрована зброя або інші подібні речі, куди вони можуть звертатися, щоб її здати? Юрій, в любой отдел или отделение полиции в каждом районе города, вы знаете, есть у нас представители, вернее, помещение национальной полиции в Заводском районе, например, это Белая 44, в центральном районе это Декабристов 5, либо по телефону, если это тяжело человеку сделать, потому что все-таки бывали случаи, что нам звонили 80-летние бабушки, не хочу их обидеть таким словом, люди в возрасте. Летние жимки. Да. И они говорили, что вот, вот так случилось, дедушку похоронила, а у него какое-то ружье. Вот, сама я его не хочу брать в руки, ну, вы сами можете понять, там, нести через город, например. Да, вправе, пожалуйста, 102 позвони, выйдет группа, при этой гражданке составится акт изъятия, она напишет заявление, что она хочет с этим ружьем. І, пожалуйста. А, будь ласка, Юрію Петровичу, як потрапляє зброя до рук цивільних осіб? Чи є серед тих, хто добровільно її здає? Військові і таке? Ну, категорія граждан, які здають оружие, вона дуже обширна. Это, я же говорю, может быть и люди преклонного возраста, и люди, как каким-то образом связанные с военной службой. То есть категория тут очень широкая, такой спектр такой большой. Единственное, что человеку, который сдает, или гражданину, который сдает оружие, и для себя он уже назначил, что он хочет сделать с этим оружием. Если это на себя зарегистрировать, значит, ему объяснят в отделах и отделениях полиции, какой порядок документов необходимо собрать, чтобы данное оружие было зарегистрировано в установленном законом порядке. Ну, прежде всего, я же сказал вам уже, это возрастная у нас категория возрастная. Второе, это обязательно медицина, чтобы противопоказаний не было, то есть медицинская довідка. Это же обязательно не должен человек быть судим. Это обязательно. А если у людини є судимість, вона не має права зберігати зброю. Совершенно верно, потому что оружие будет предметом совершения очередного преступления. Поэтому, как правило, люди, которые нарушили закон, к владению оружия они не допускаются. Тем самым проходит и профилактика в том числе. Есть такая еще, такой документ, это условия хранения оружия. То есть человек, который хочет на себя оформить, он должен создать у себя в жилище условия хранения. Что такое условия хранения? Это металлический ящик, сейф. Обязательно оружие должно ограничить допуск к нему, только владелец имеет право его брать. Тобто пістолет, наприклад, не повинно тримати його у шухлядці? Нет, конечно. Должны быть условия хранения. Как правило, я же говорю, это либо металлический сейф, либо ящик, обитый металлом. То, что будет препятствовать свободному допуску. Потому что в жилище, возможно, бывают дети, гости. Вот это надо ограничить. Допуск к оружию имеет право только человек, на которого зарегистрировано данное оружие. Юрію Петровичу, скажіть, будь ласка, яка відповідальність передбачається для тих, хто ухиляється від добровільної здачі зброї? Ну, як я вам говорив, якщо в ході обыска буде обнаружено оружие, возбуждається 263 стаття Уголовного кодексу, яка влече за собою лишення свободи. Так що прошу всіх слушателей і граждан относиться к этому серьезно. Если обнаружили оружие, его надо добровольно сдать. В противном случае наступает уголовная ответственность. А скажите, будь ласка, чи є серед зданої вже зброї, яка була
під час скоєння злочину. І, можливо, таким чином саме місячник, цей захід, місячник добровільної здачі зброї, він і впливає на покращення криміногенної ситуації. Ну, безусловно, місячник добровільної здачі, звісно ж, він впливає на криміногенну ситуацію у нас в місті і в цілому в Україні, тому що учетне оружие, его легче обнаружить, легче выйти на владельца и как бы предотвратить какое-то происшествие. Что касается оружия, которое было замешано в криминальных делах, любое оружие, которое будет добровольно сдано гражданами, оно проверяется в экспертном центре. Это и баллистический отдел, который сверяет гильзы, пули, найденные на месте происшествия. И тогда по картотеке, если всплывает такое оружие, ну там уже немножко по-другому уже начинают работать такие подразделы наши, как розыск и следствие. То есть оружие, которое было использовано с преступной целью, выясняется, кто это мог быть. То есть, например, вы купили дом, да, в котором нашли оружие, которое использовалось в преступных целях, и добровольно его сдали. Поднимаются владельцы этого дома, возможно, они были участниками этих событий. Опрашиваются свидетели, понятые, ближайшие жители. Ну, это уже оперативные разработки. Так что в любом случае оружие проверяется. Регистрация такого оружия без экспертизы не происходит. Я хочу так сказать. А скажіть, будь ласка, Юрію Петровичу, хто має право на те, щоб тримати і взагалі носити зброю? Крім військових, крім поліцейських, хто ще? Любой гражданин України, достигший возраста, который я вам говорил по категориям газовое оружие, это 18 лет, травматическое и гладкоствольное это 21 год, и нарезное это 25 лет. От пола здесь нет никакой зависимости, допускается к оружию как женщины, так и мужчины. Единственное требование, я же говорю, это медицинские противопоказания не должно быть, не должен быть человек осужденный и иметь условия хранения оружия. Тобто, за бажанням, наприклад, якийсь чоловік бажає зробити подарунок своїй коханій, він може купити їй зброю, а вона може зареєструвати цю зброю на себе і носити з собою в сумочці пістолет. Може носити, але прежде чим зробити такий подарок, треба оформити документи. Потому что оружие у нас продается в магазине только по разрешению на право приобретения данной категории оружия. А с рук он не купит, потому что все оружие, которое есть у нас на руках, я надеюсь, оно легализовано и зарегистрировано. То есть, грубо говоря, если между знакомыми возникла вот такая вот дилемма подарить супруге какой-то пистолет, сначала этот гражданин должен подготовить супругу о том, что она должна пройти ряд инстанций, чтобы получить допуск к владению. Владелец, будущий владелец, да, он должен быть допущен к данной категории оружия. А уж потом этот знакомый пишет заявление в отделе полиции и переоформляется с одного лица на другое. То есть подарка как бы не получится, потому что это будет известно супруге, которые хотят подарить. Вся зброя, яка проходить через руки поліції, вона зареєстрована, вона, можна так сказати, вона легальна, так? А як ви боретесь з нелегальною поставками зброї? Ну, от одним із мероприятий є як добровільна здача оружия. А ще які? Ну, потім є такі мероприятия оперативні, в ході обысков обнаружується різне оружие. Проверка автотранспорта. Это при нарушении правил дорожного движения, если водитель своими действиями вызывает подозрение, имеют право полицейские проверить, досмотреть
автотранспортное средство и при обнаружении, естественно, тоже информирует следственно-оперативную группу. Ну и информация. Кто-то где-то услышал что-то, кто-то где-то кому-то показал, похвастался, а это увидели. Ну, так и работаем. Только при взаимодействии с нашими гражданами будет, как говорится, положительный результат. Юрію Петровичу, спасибі. Сьогодні 9 жовтня, і для того, щоб здати зброю, ще є час у усіх. У нас сьогодні в студії був начальник дозвільної системи Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Юрій Ніколаєнко. На все добре. До свидания.